друзья, вас приветствуют активисты городского отделения партии ЛДПР. В данный момент времени мы находимся на улице Гагарина, в районе швейной фабрики. И по нашим ощущениям, полотно в данном участке не ремонтировалось несколько лет, может быть и более. Давайте мы сейчас наглядно это посмотрим. Грубо говоря, ее глубина порядка 10, а то и более сантиметров. Видите? Ширина, ну, явно больше метра. Здесь видно даже это невооруженным глазом. Сколько ширина точно составляет? Ширина составляет 2 метра 10 сантиметров. Подожди. Помимо этого, у ямы имеются острые концы, углы, что приводит при достаточно интенсивной скорости автомобиля разрыв резины. Возможно, да, и случае может, что это диски, колпаки, ну и в принципе ходовой части автомобиля. Помимо этой ямы на этом полотне, как мы видим, присутствуют и другие неровности, как вы видите, вследствие чего приводят к авариям, которые на данный момент времени произошла здесь, при нас и сейчас. Ну да, из-за плохой видимости только вдалеке на камере немножко плохо. Ну, к сожалению, да, погода нам не благоволит, но все-таки дело мы свое сделаем, и я думаю, добьемся справедливости, так как это не единственный участок в городе, таких участков большинство, они всплывают как по весне, так и по осени, в принципе, и присутствуют в летний период времени. Распрять еще можно. Видите, все объезжают эту яму.